Hey! Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play и игра под названием Perfection. Это инди-хорорюга под названием Совершенство. Я уж не знаю, в адрес кого здесь говорится Совершенство. Может быть, в адрес тебя, может быть, меня, может быть, автор сам так свою игру называет. Типа, блять, ну лучше этого просто не бывает. Давайте посмотрим, может быть, действительно, это всего лишь, ну, про нас, может быть. Ой, как гро... Find yourself dreaming of something better than the life you lead? Чё? Where your flaws can finally be yours to control. No more blotchy skin. No more bad hair days. No more fear of failure to achieve your goals. Нет прыщей, нет плохих волос. Never better. We believe in a perfect world, and this world starts with you. Начни с себя. Perfecting perfect, to make your wildest dreams turn into a reality. Лучше жизнь, лучше ты. Истинная потенция какая-то, что-то типа того. Так чё ж ты ждёшь? Сделай совершенством себя. Ага. Я так понял, так, совершенство в прогрессе. Я так понимаю, что типа здесь людей заставляют, учат думать... И не обращать внимания, что ли, или что, типа, блядь, да в рот того ебать, ты совершенство, типа, и все дела. Так, что ли, это считается, нет? Ну, как минимум, по графике это уже не совершенство, поэтому вряд ли это было про игру сказано. Значит, это про нас с тобой, как минимум. Потому что графен — это пиздос. Заставка была такая классная, это же необычно для инди-игры-то. А ушел на пожрать. А мы, типа, тут такой пиздец. Так, совершенство в прогрессе, допустим. Ага, загрузка пошла. Ждем. Можешь помочь? Нет? Не хочешь, не помогал. Совершенство делает все само. Какая помощь? О чем ты говоришь? Какая... это загрузка. Пожалуйста, введите свое имя, чтобы залогиниться. Хорошо, я ввожу, допустим. Ой, что это лишние буквы? Что это, блядь, такое? Вот так вот, допустим. Субмит, окей. А выбери свой пол. Мейл же, правильно? Мейл, почта. Нет, мейл. По-другому. Мейл, да, почта. Так. Какое изображение? Такое изображение делает тебя чувствует более нелегким, что ли? Я не понимаю, но я выберу от сидящего человека. А мы надеемся, вам понравится отдыхать в нашем приключении к совершенству. Окей, понял. Так, понял, все окей. Спасибо. Пожалуйста, что-то там приготовьте, пока мы готовим ваше путешествие в совершенство. Ну ладно, допустим. Ой, блядь, а есть здесь, короче, контроли? Есть, а можно тебя выключить? Можно, хорошо. Ой, пожалуйста, пожалуйста, пройди через дверь, да без проблем. Ага, окей. То есть я сейчас буду проходить шаги к совершенству. Был каким-то этим, да? Сейчас стал, короче, вам красавцем буду. Так, не используется. Опа. А, я подсматриваю. Не использовать имеется в виду, а я взял и использовал, да? Нихуя я дерзкий, против правил иду. Здорово. Это, типа, пример совершенства сейчас, нет? Я не понимаю, что это за люди здесь повешено. Пусть висят, мне не жалко. Музыка такая расслабляющая. Так, еще один совершенство, да? Хорошо. Horizon Production. Еще одно совершенство. Совершенство, так, не беспокоить. Инспект. Пожалуйста, пишите свои симптомы. Счастье. Всегда. Так, ну подожди-ка. Это не твоя комната, пожалуйста, последуйте дальше по коридору. Ну я пикну. О, блядь! Ебанутый, что ли? Что? Че, голову? А, блядь. You are warned. Ты предупрежден, типа, да? Ну хорошо. Ты был предупрежден, наверное. Окей, что это такое?
Никогда не лучше. Что там написано? Почему быть ты, когда хочешь? Что, блядь? Так, это бабёнка из заставки, хорошо. Пиздец, вот там внезапно вылез мужик просто из ниоткуда. Падла, испугал меня. Ладно, я пришел в свою комнату, да? Так, хорошо, допустим, я здесь. А, это совершенный какой-то гарнитура, приготовься к совершенству. Допустим, вот это приготовить. Это кто, я? А хули я такой совершенный-то? А чё руки-то нет? Ёб твою мать. Так, и чё? Ну как бы это же логично, это инди-хоррор, всё должно было сломаться. А что с ним случилось-то? Это я был в зеркале, не я. Если я, то был красавчик, конечно. Бесспорно. И музыка кончилась. Серьезно? А что так плохо-то? А, во. Бабёнка опять. Да прекрати ты нахуй. Хватит. Ты куда? Это прикол? Да прикол, да. Подожди, а тут что-то пишут на этих газетках, нет? А, все одно и то же. Чё там лефт-клик, подожди-ка. Ешь, чтобы... А, окей. Пара-па-па-пара. О, это я! Теперь за мной наблюдают, серьезно? Чё ты тут, блядь, смотришь, опять меня спрашивают. А я неплох! Если это был я, то... Ты тоже двигаешься, да? Бля, они что, отказывают на меня смотреть? Типа я настолько уёбок, что они даже не могут на меня смотреть, что ли? Вы что, охерели, что ли? Сами вы уёбки, поняли, нет? Нормально я выгляжу. Чё это? Чья это кровь? Да я хуй его знаю. Да ну прекрати. Ты посмотри, какие наглые! Уходит она, ты посмотри! Ты вот когда, блядь, будешь по коридору походить, я от тебя тоже отвернусь, поняла? Сука, вот ты посмотри на нее, блядь, что это? А что-то все поломалось. Чё-то не... А что с изображением-то, ёпта, что происходит-то? Как жестко все. Во, а это все открывается. Да ладно, хорош. Так, это мы уже видели. Вот это прет неплохо сейчас, по ходу дела. Неплохо прет, ебошит только в путь. Это все последствия шлема, да? Все, это все как бы по как его, негативные эффекты совершенствования. Побочные эффекты, с которыми нам нужно просто справиться. Нужно подождать, пока они пройдут. Окей, скоро все пройдет, я верю в это. Все будет нормально, мы станем совершенными. Да-да. Нахуя ты смотришь? Да ты постучал мне в коридор, я тебе... Что это? А, глаз! О, да, я испугался, окей. Глаз, такой молодец, бля, стучит мне, а я потом спрашиваю, что ты смотришь. А хоть ты стучишь тогда, не стучи мне, смотреть не буду. Нахера ты привлекаешь мое внимание? Ты же для этого, падла, и стучишь, или ты, блядь, барабанщик? Если бы ты был барабанщик, ты бы стучал ритмичнее, понял? А не так вот, блядь, и все. Где скримота вот в этой хуйне? Будет, нет? Должна же быть по-любому попозже. Или прям сейчас хотя бы. Так, подожди, по кругу ебеню. А, я закрою, мне мешает сходить. Нет, оставлю одну, чтобы она меня... Не то, что смущала, а чтобы она мне напоминала, что я здесь уже был. Допустим. Так, а это самое начало, комната. Начало. Что такое? Не надо. О, красавчик, это я опять, смотри-ка. Ну ты посмотри, какой я. Ты просто прям... А ты кто? А ты этот типа... Ты кто? А чё, я тебя боюсь? Ты персонал? Здесь такой хуёвый персонал? Да прекрати. Да ну хорош. Ты персонал, что ли? А что такой страшный-то? Бля, ну вы себя вообще видели, нет? А подожди, это может мозгоебная хуйня, которая надевается на голову, заставляет тебя видеть всех людей уродами? Ха-ха, ты типа все кругом уроды, а ты такой, ничего ж тебе. Типа на один хуй лучше, чем они. А можно я пойду? Я не хочу общаться с вами, вы страшные. Я красивый, вы страшные. Да, бля, дай вот сюда выйти-то. А, правая кнопка. Че это я? Нихуя себе, окей. О, он пропал. Ты куда? Ну извини, чувак, ну бля, ну просто надо было как-то самоутвердиться за твой счет. Пошли, все, ладно. Ну а что он хотел? Они меня в совершенство превратили, поэтому...
Так, не ту дверь я открыл, судя по всему. Они меня превратили в совершенство, сами виноваты. Теперь имею право, просто вы над ними все. Вот как хотите. Блять, это еще не то. Я могу пройти сюда? Нет, не могу. Чувствительность сказала, что мы... Опачки! Товарищ сотрудник. Или мне не надо к вам идти? Ну ладно, подойду. Нет, что с тобой? Да я не буду больше так называть, но ты симпатичный. Не так, чтобы, конечно, обосрать. Так, это я уже, что ли? Я не скажу, конечно, что ты прям красавчик, но... Ну, пойдет так, ладно. Ну, хули ты паникуешь? Что там? Так, импациент Куплинов. Импрефлектитион. Страх боится остаться один. Какие-то рецепты... Что-то там напрягает рецепторы без необходимости. И какие-то стимуляции. Характеристика симптомов, наверное, в... Пациента любопытствует насчет что-то окружения. Он что-то там. Следует ли пациент приказам? Нет. Он делает свои собственные решения. Вообще похуй, невзирая на риск. Пациент реагирует, когда лицо в опасности. Они показывают какие-то обещания, надписи, храбрости. Системная ошибка, пациент... Что-то там. Рестарт системы, рестарт... Какая нахуй рестарт системы? Подожди. О чем ты? В смысле? Remain imperfect. You'll never be perfect. Ты никогда не будешь совершен... Ты что, охуел? Никогда не будешь совершенным. Смотри, что мне сказал. А если я тебе поебал усуну? А что, все сломалось? А, это типа... Ну, это нечестно, слышь ты. Слышь, что, охуел? А ты чё, охуел? Ты, говорит, никогда не будешь совершен. Ты чё, охуел? Ты чё, пёс, блядь? Ты нормальный? Нет, он нахуй так говорит-то мне вообще. Тебе не стыдно, хуйло? Смотрю я в монитор, блядь, на свой рабочий стол и обсираю его. На чё бы нет? Это же прикольно. Такая вот странная игра. Это, знаешь, это, наверное, кто-то решил над нами с тобой поиздеваться. Типа дал нам надежду на то, что мы станем совершенствами, а в итоге плюнул нам в лицо и сказал, пу, сука, ты никогда не будешь совершенствовать. Пол, ха, лошара. Что-то типа того примерно так и получилось. Я с этим не согласен, потому что, ну, мы с тобой и есть совершенство, это же логично. Ну, если бы мы такими не были, какого бы хуя мы вообще здесь тогда с тобой сидели. Оба совершенны, и так оно, собственно, и есть. А игра... Нет, игра не совершенна. Совершенно вообще никак, просто вот серьезно. Нельзя просто так взять и обосрать человека ни за что. Вот серьезно, это нечестно. Просто. Еще, знаешь, никогда, во-первых, не говори никогда. Это, во-первых, это раз. Потому что вообще, откуда ты, блядь, знаешь, стану я кем-то или не стану, если ты вообще не я? Вот так ему можно ответить, понимаешь? Потому что он за меня решать не может. Он за меня знать не может. Он нахуй пойти может, а знать за меня не может. Поэтому пусть идет, а мы с тобой на этом закончим. Ссылка на плейлист с остальными медихорами в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем встречи, следующих кружечек, ребятушки. Мы все совершенствуем, не переживайте. Все. Всем встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.